на фликах. Луаз и Тойоты. Тут рядом нормальный маршрут есть. Вот рядом же есть хорошая дорога. Он видите, подрезать решил. Блин, дубасит-то. Тойота. Ага. Да. Сейчас все тут заедут. Как раз тот случай. Так, все давайте в яму заезжаем в эту. Одновременно. Одну оставим только сверху. А не, вон дерево есть там. Да. Хорошее место, кстати. Шикарное место. Я думаю, там где-то в районе Московского моста есть похожее. Докопал, да. До твердого. Блокировки нету. Межосевая только. Не, Женя выехал. Смотрите, что творит, что творит. Так, Нива. Мурена цвет. Так, Нива, давай. Сейчас Нива ходом зайдет. Чуть не заехал. Хода не было, да. Ход забыл включить. Бородач, будете жить в этой яме теперь вы? Не, Нива может. Посмотрите, что он делает. Попытка перевернуть Луаз. Лугом только вверх, да? Лугом наверх. То есть Луаз это нормальная машина, ты хочешь сказать? Бородач доволен Луазом, а ты все время глумился. Как жаба глумился все время. Ну какая разница, дизельный, не дизельный? Луаз и Луаз. Нет, это что? Ты знаешь, сколько эта машина стоит, чтобы так ее мучить? Подороже, чем Луаз, да? Не, ну чем залупас не дороже. Опа, тихо, Луаза Субару. Сейчас отстоит всех, честь всех луазистов мира. Всех луазистов мира отстоит честь сейчас. Блин, он так подскакивает задом. Он скачет. У него сзади амортизатор. Когда он оторвался на полметра или на метр. Он просто ехал на передних. А нет амортизатора вообще. Что рано начал. Коксу хватает, гребет. Так, белая Нива застряла на подходе.
Да не, ну для Нивы это не горка вообще. Посмотри, что делают. Просто унизил всех, кто приехал, да? Миха, да. Так, вот он, звездный момент. Да вообще просто. Там что-то поменялось. Давайте альтернативный маршрут. Это не считается. Надо менять колеса, конечно. А вот и Виллис. Да нет, там раскатали, что-то там не то. Давай рядом попробуй. Попробуй рядом. Правее. Да, что-то. Саня, давай налево, Саня, вот дорога. Ну проедь слева, елки-палки. Очкун. Да, тут такой бугорок. Был скользкий, все уже. Зацеп хороший. Олег куда-то поехал. Реальное болото. Ого. Попробуй назад на этот берег и дать разгон. Тогда назад пробую. Хороший. Хороший наш. Да нет, там сосиска почти. Да я не ломаю, человек поехал. Там тянут чижа, тут филин рубится. А ты всех бросил. Нахера мы сюда ехали? Еще спой песню, пацаны, не стреляйте друг в друга. Ну красиво. Да? Неплохо. Хорош, наверное, отсюда пойдем. А не, надо ниже. Ну, по земле дорогой то поехали. Разгон берег выезжай, так с того берега ходом. А, тут пенек вот отсюда тогда, вот отсюда стартует. Только что-то сразу в диагоналку развешивается. Попробуй налево вот так поехать немножко. Есть, красавчик, Саня. Наши пацаны пошли. Он тогда выбирает. Скажи Олегу, что в Киеве встретимся, пусть едет. Нафиг нам эти гонки. Там я возле Скаймола такую же яму знаю точно. Могли так далеко не ехать.
Вот смотри, что творят. Ага. Опасно. Он будет потяжелее. Ого, ступенька там. Ну да, и тут ступенька. Ну, по пробитому-то. Ого. Ничего себе. Ты видел, там аж достали? Ну, да. Сейчас заедет. А там я даже не могу разгон дать, потому что я ступеньку потираю. Если передок заскакивает, то... Все, вот тут хорош. Паша. А, не успел. Поехали, пожалуйста. Сейчас стоят. Есть у тебя 2 минуты на раздробление. И сразу города. Направо поворачивай. Да, а давай на ту сторону, чтобы ты выехал, Саня. Вот это будет уровень. Блин. Бородач, он сейчас задом поедет. Куда ты идешь? Не поедет, он задом. Просто там ступенька и там или передок вот так. Там разгона нету, динамики. Ага. Там ступенька такая, что, блин, я тоже думал туда выскочить. Она получается задними колесами в нее бьешься и динамика. Пусть правее возьмет. Там ступенька может меньше это будет. Бетон голко, да? Еще вот туда. Что, ничего, едет машина. Блин, чуть-чуть правее надо было. Бородач там ждал тебя. Чуть-чуть влево рули коксу вперед. Да нормально. Поедет, а что? Блин, кто дал ему вести колонну? Нам всем бросить чужа. Давай, Руслан, давай, контент. Давай. Тапку, это он просто некоторым хочет засидеть в машине и пиздец. О, начинается нормальное рубило. Скажи ему, что тонировка застрял, чтобы он не нервничал. Паша! Паша! Не, просто чуть назад дальше, Андрюх. А мы думаем, что ты не заехал. Да не, ну это серьезно. Мощный внедорожник. Что куда-то взять? Отведи ему погреться. Нет. Нормально? Иди в Виллис садись. Виллис давай. Виллис. Так ты рядом едь, чтобы тепло шло. Окно хорошо. Открой. Блин, а тут снег, слышите? Я думаю, что-то у меня зад мерзнул. Из-за снега, да? Хорошо. Да, что-то цилиндр не работает. Да, затрагивается, прогреется сейчас.
Погнали. Блин, как-то страшно тут. А, дверь, где-то дверь закрыть же забыл. Тут дует, блин. А где двери? Не потеряли мы? На трех цилиндрах идем. Я про них Виллис. Все, дверь закрыл. Вот она, дверь. Валим. Как-то вам тут душновато, наверное. Да, да, подрезай их всех. По встречке, давай, давай, давай. Рома, режь, режь их. Обходи, обходи справа, хорошая дорога. Там Олег нервничает. Покажем, что мы первые идем. То он думает, что это из-за нас проблемы. Давай, давай. А, не резанули. Так, Виллисе, Виллисе, валим, валим, валим. Вон вся банда. А тут снимать удобнее. Окно широкое. Только дует немного. Бородач подрезает нас, видели? Вот жаба. Блин, ну у нас, если бы цилиндр включился, конечно. Это мы, блин, отстали, уж валили 50. Да, или 30. Да, как-то дует немного, надо, надо двери дорабатывать для зимы. Есть, да. А, есть, да? Одни. И с этим, и с... Одни, да, полностью. Полностью, да? Да, да, правые. А что, заводские или самопал? Нет, самопал. А заводских не было, да? Ну, после войны. После войны были, да? Тихо, блин, а что вы без шапки оденьте, вы что? У вас какие-то родственники, видно, в Заполярном круге, да, были, наверное? Да, отлично. Не? Или тут хватает своих? Блин, камера вся в снегу. По комфорту даже лучше Нивы. Не, как-то энергоемкая, ну, больше не должна вообще подвеска быть. Ну, или за счет шин, или не пойму я, за счет чего? Или за счет того, что мы... Сидим прямо в середине базы колесной. Ну, хорошо работает подвеска. Удивительно просто. Да, один цилиндр не работает. Конкретно. Конкретно, да. Прогреемся. А что, нагревается, да? Ну да. Из-за того, что тяжело? Стоит, жалюзи закрыты. А, я понял. Достанем. Мы 90 достаточно, чтобы свечи опустить. Так, валим, валим, валим. Бородач в УАЗе перед нами. Да, на трех цилиндрах тяжеловато немножко. Задерживай. Но едет. Все, поехали. Осторожно. Наши связи тут нет. Чтобы очистить некогда, на трех доедем. Да, нормально мы на легенде валим зимой. Какое сегодня? 30 января 2021. Я думал, вы только весной приедете. На оффроуд. Да мы раньше были, но у нас командировка 2 месяца была. Ого. И Новый год была командировка, да? Да, 2,5 месяца. Я понял. И нечистая душка, один район. Команда здесь.
А вот и ЛОАЗ зеленый. Как бородач туда влазит? Объемная машина получается, да? А в горбатом так интересно, когда сидишь, если окно открыть, то как раз плечо попадает в окно и нормально. А когда окно закрыто, немножко тесно. Ну это из-за хорошего питания, в принципе. Макс нормально помещался. Это он нашел эту прекрасную машину. Практически подарок. Ну, за нами только УАЗ. Заработал четвертый цилиндр. Да. Все полегче стало. Обгоняй, обгоняй, вправо, вправо. Давай, 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 давай. Уже все цилиндры, уже мы уверенно себя чувствуем. Подрезай, всех подрезай. У нас по возрасту нам можно. По возрасту можно. Ха-ха-ха, вот она, оффроуд пошел. Ух, жестко. Бородач. Джимник. Прошел новый, красивый, $23,000. Я скажу, не новый. Ух. Класс, валим дальше. Чуть запотели, водичка с коллектора. А, все, о, перчаткой раз и распотели, нормально. Брод прошли красиво. Как оно, за счет чего работает? Электрика? Да, там должна быть ручная. А, я понял. На последних моделях пневмо. Это колхоз. Да. УАЗа. Не остановилась. Да, как... Ого, как нас разворачивает. Боком ставит на раз-два. Тут наш так их много, да? Почти никто домой не уехал. Еще добавился вот человек. Знаете, вот да, этого конечно. Жесткого. По полю надо резать. Снег идет, да? Идет вроде. Да, 80 лет, серьезная цифра. 80 лет для автомобиля. Для любого, для такого. Вообще фантастика. Ух. Да, подвеска интереснее. Совсем не так, как в Ниве работает. Она за счет того, что мягче, не пробивает, как-то легче ее. Руслан, тут резина никакая. Ну, за льда. Региональная, 40 лет. Из-за этого? Да, она плохая. Нет, она будет тут мягче, аккуратнее. Тут лучше отрабатывает на этом, ну, вилис как-то легче на ямах. Нам тяжело было вас догнать.
Ну так да, но резина тут никакая, деревянная. Так, куда-то мы въезжаем. Какие-то джунгли. Есть объезд для тех, кто не хочет грязь. Хорошее место. Опа, тут объезда нету, ну тут не сильно. Все цилиндры, да, работают, четко идет. Удивительно работает подвеска. Вообще вся машина спроектирована, поражает просто. Она валит. Сзади Рубикон, правнук. Блин, какой лес красивый. А мы в ответ им выдадим. Как тот канал называется? Я вам слал. Оффроуд СПБ, можно? Не забыл. Я вам... Фейсбук слал смс-очку. А, на Фейсбук. Бригада в них поменьше. Виллис неухоженный. Виллис тоже есть, да? Поехали. Даже не черкнули. Начинает вечереть. Дорога становится веселее. Как обычно, весь экшен в темноте начинается. Да, тут весной, наверное, интересно, когда это все растает. Ох, блин, дубасим. С колеи выходит просто за счет узких колес без напряга. Что там, пониженную выключили? Средней пониженной на вторую повышенную. Ага. Не Дастер. Нива. Виллис. Какой сегодня ассортимент. Там за движение. Так, все, банда тут куда-то доехали. Ехать, но не знал, что опять поедем. А где этот приехал? Все. А Киев далеко, Олег? Олег, где? Киев где? Киев направо и направо. Ёлки-палки, быстрее на Киев, Паша. Мы еще на танковый успеем, если сейчас выйдем. Насос есть, инструмент, все тут у нас. Погнали, долили топливо. И тут какой-то Мондео стоит. Места, значит, уже не очень глухие. А вот речка. Какая речка красивая, смотри.
Блин. Класс. Так, куда-то выехали. Ого, какая дорога шикарная. Общего пользования. Со знаками. Это асфальт тут типа должен быть. Что-то он такой неровный. Снегом ямы хоть забило. Киев недалеко, но такое вроде мы тут в каком-то в другом мире едем, блин, давно-давно и долго. Так, что тут такое? А там есть шланг? Что-то закончился бензин. Пошел процесс сливания. 2 литра 2 минуты, у вас 3 литра 3 минуты. Да. Если долго резче шланг. Да снимаю, что я не снимаю, это что? Немного не надо. Пошло? А у вас что, не на газоне его? Нет, на солдску. У вас жесткая, блин. Я видел, какой фурор был, когда вы выехали, елки. Ты что там, блин, это? Она аж подпрыгивать начала на месте от радости. Нахрена ты тянь? Ну, а тебя идет или поступает или нет? Ну, там я еле выехал за цилиндром. То я на трех выезжал. Не поступает, да? А я опущу ниже. Не надо ниже. Ну, ну до черта спалили. У меня литров 10 было, я на 500 гривен налил, еще два. Обалдеть. Не, не, там...